В воскресенье 13 сентября в Ленинградской области состоялись досрочные выборы губернатора. Уверенную победу одержал кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Его поддержало более 80% избирателей. Но если в течение предыдущих 3 лет Александр Юрьевич был назначенцем, то теперь он стал народным избранником. В единый день голосования в городе Сланцы на избирательный участок пришла медведица Любава. Хозяин животного – профессиональный дрессировщик. И в этом воскресенье участвовал с медведицей на празднике Сланцевской ежегодной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай-2015». По дороге заодно решил и проголосовать. Еще жители Сланцев удивляли креативом на избирательных участках. Появлялись то человек в маске Дарт Вейдера, то трое в масках сказочного Шрека, а также совсем не сказочных Бориса Ельцина и Юлии Тимошенко. Умеет у нас в Сланцах как голосовать, так и веселиться. Явка избирателей Сланцевского района варьировалась в течение дня. В целом выборы в Ленинградской области прошли спокойно. Эту избирательную кампанию эксперты уже окрестили одной из самых аккуратных и легитимных.